сегодня турнир всеукраинский по многоповторному жиму становите, в котором я неожиданно принял участие. Без особой спецподготовки будем жать и тянуть. На один день в мою жизнь возвращается пауэрлифтинг. Помочь. 30 повторений. Повторить на самом 92,5 килограмма, к этому весу подойдем до 2 литров. Вес готов. Приглашается до 2 литров. Последний участник наших соревнований. Следующее упражнение становой тяги. Есть две вариации становой тяги. Это классическая постановка ног и постановка ног сумо. Они критически различаются. Первые 5 лет своей соревновательной карьеры я тянул в классике. Да, тянул до максимума 290 килограмм в своей категории 90. И не получалось шагнуть дальше. Поэтому я стал использовать постановку ног сумо и сумел добраться с этой постановкой ног до 320 килограмм. Звільним ядом тут розтирався. Ну, що, так. Нікофлекс, капсикан, і же з ними. Розогрівочної мази ні? Ні, коли на трекборі виступав, так, грівся. Не мерзли, тому як буває, наприклад, якщо 2 потока, то ти присідаєш тільки 2 часи. Потом 2 часа жмеш, ще полчаса перерыв між движеннями. Присел, пожал, то есть мышцы мерзнут. Отприседал, низ тела не работает по сути. И тянуть тебе приходится иногда через 4-5 часов. Все время же не будешь тянуть между подходами в жим. Растираешь колени, спину, бедра. Особенно если холодно. Основная масса соревнований проходит
декабре и февраль-март. То есть холодно, что холода, что холода. Получается, в трику постоянно шаришься. Бывает мерзнешь. Поэтому греться надо. Надо греться. Надо все время держать мышцы теплыми. А тут что-то как-то не соблюдаю правила. Может, это неправильно, но как есть. Как есть. Гологорск Виктор, город Харьков, тренируется самостоятельно. Собственный вес атлета 92 килограмма ровно. Очень легко. Закончился всеукраинский турнир в жимовой тяге. Я выступил, выиграл жим, выиграл тягу. Было несложно, похоже на тренировку. Не волновался, не готовился к нему, потому не волновался. На что способен, на то способен. Но поскольку я кроссфит-атлет, каковым себя считаю с недавних пор, должен быть готов ко всему. Как показала практика, к этому я готов. Был готов, показал результат. Неплохо выступил. Ну, как следствие, победа. Если бы готовился, выступил бы еще лучше. Но на данном уровне, в принципе, лучше не надо. Поэтому продолжаем готовиться на Киев. Посмотрим, что там будет за состязание у нас в столице. Засим, прощаюсь. Ждите нас на следующей неделе. Пока.